своего обучения я сюда пришел, и мне Вера Владимировна сказала, сюда уже ходит несколько ребят. Примерно во второй год обучения, в конце его, я узнала то, что видеостудия «Свет» в прошлом году, то есть в первом году моего обучения, только-только открылась. Значит, я был на уровне тех, кто здесь до этого учился. Для меня это было очень даже радостно. Первый год, как я начал ходить в эту прекрасную видеостудию, я узнал много нового. Как снимать сюжеты, какие есть планы. Я даже участвовал в некоторых фильмах, которые заняли второе место по Москве. Второй год обучения мы с видеостудией начали снимать фильм. Но сначала мы записали сценарий. Мы писали целых 2 или даже 3 месяца этот сценарий. Ты задолбал, Андрей. 2 или 3 месяца. После этого мы составляли раскадровки, что тоже заняло почти все время до конца учебного года. Когда мы их написали, мы сказали, ну вот и все, теперь только съемка и монтаж. Мы принялись за съемку. Когда одни из первых дней мы снимались у Веры Владимировны дома. Дом Веры Владимировны мне очень понравился, он был достаточно уютным. Впоследствии я там снимался как сын. Мне приходилось часто ложиться и вставать, и вырубать этот будильник. Всем на показе фильма понравилась мелодия будильника. Не знаю почему, но даже мне она понравилась. Вот. Мне понравился день хулиганов, когда мы снимались с хулиганами. Потому что, хулиганы были какими-то хулиганистыми, вот поэтому... В этот день мы с Олегом очень далеко бегали, и поэтому под конец дня у меня очень сильно болели ноги. Егор, подбрось листья так. Да не вини! Мы заходили туда, и там был еще второй этаж. Там была комната большая, а справа там все было разрушено. Мы туда решили пойти. Там было 2 или 3 темных комнаты, 3 комнаты и еще какой-то подвал. Он на камеру говорит. Мы там с Андреем лазили, вот. Еще и Юра. И там, короче, такой же, как штабик, что ли. Вот давай посмотрим. Однажды, в общем, когда я шел с кружка, я случайно попал на охраняемую территорию. Это была стройка здания. Вокруг были экскаваторы, самосвалы и вот самое крутое – это люди. Я как-то туда прошел, как-то все исследовал и вышел. И меня никто не заметил. Вы смотрите, ребят, вот так мы пойдем, сейчас круговую вот это здание пойдем. Там откуда за этим зданием должен быть этот лесочек небольшой. Вон лес. Да, мы его посмотрим, потом вот так же пойдем, и я вас давно провожу. Поняли? Все, полчаса нам хватит. Давай, все, и куда покажем. По этой дороге мы ходили на съемку фильма. Я слишком обиделась. Я не знаю.